кулаки, Верена бафает всем кресты, Лексус будешь бафать в бою. Когда скажу, дайте, пожалуйста, фулл баф. Я бафаю приста баф, я бафаю приста баф. Этот, Сенза всегда бафает лапу. Если я говорю баф лапу, Сенза бафает лапу. Если человек, которого я назначил на бафы, не бафает, это 100 гп. Давайте бафы рейду, алло, где вы там ходите? Сейчас вот, я вас в руках сейчас сломался. Ну давайте, кулак, манурек, где кулак? Ефестиум, где кулак? Джерон, раздавай фласки, педрила. Нету фласок, иди в жопу. Педрила? Я знаю, что нету ДК, он где-то там фигнёй страдает, но мы и так убьём, чек на боеготовность. Ответственного за лут. Он стоит. Розета, Монархус, Мозгачав, что вам не хватает? Монархус, Мозгачав, что не хватает? Ралли, что тебе не хватает? Стабаф есть. Вот, смотри. Нархус, ты готов? Ваня повысит Джерри, но он утро зад не может. Ну, с таким званием. Да, Ваня, повысит. Что, все? Я выше не могу, прикинь. Закончилось. Дай Ваню повышал. Все, поэтому я всех советников повесил. Один воид, начинай, воид и Геру давайте Геру. Стойте в лужу. Эти шипы. Бейте, не бейте, пожалуйста, чтобы... А там у нас есть ДЦ, пофиг, бейте. А чё это за прикол на нас? Это же похер. Нет. Чё, он разбивается. Лужи льются. Давайте бейте, давайте бейте, я читаю гимн на ХП. Ебашки. Ну вот надо плёвши или нет. 4, так льётся. Давайте теперь на ману. Нет, дофига луж льются. Нет. Шипы, сбиваем шипы. Шипы во фрейм. Шипы, сбиваем. Породист, возьмите шип. Бейте вас. Побейте. Скинь игру. Побейте. Беги, малышка, беги! Пять хилов. Лес эти павших там на выходе. Чё там? Надо кому-то чё-то, тут куча лат упала. Пройти панцирь.
Рома, а ты будешь с нами играть или нет? Он будет за 10 минут, но прошло 8. Сколько щит стоит ГП? 389? Да. Угу. Угу. Короче, Виталик, если там ничего не ролит, никто и тебе, как всегда, шмот скидывает, и там, короче, давай за ГП, чтобы я в боссе восстанавливал. А потом, если хочешь, можешь продавать. Я просто в боссе его буду оставлять, это гонит. Дружит с Виталиком, можете с ним добазариться, получить шмот за ГП. Потому что я буду отдавать... Просто я буду отдавать шмот всегда с ГП. Пайте бегать, это парашу, Рам, успех нас, пожалуйста, тут в танка. У нас 5 хилов на этом боссе. Вроде все нормально. Давайте пробафуйте, пожалуйста, рейд, как я говорил. Падали маги на выход втором. Где не опадать, есть спек шипа, так на всякий случай, чтоб ты спекался или нет, только ДЦ. Сок, тебе есть ДЦ? Ой, ДЦ шипа. Бля, ну ты гонишь, нафига? Там бакель, дай каски по крестам, ты сейчас ничего не делаешь. Давайте два БДК слева, протопал справа, все РДД бьют трэш справа, все милики бьют трэш слева. Давайте чек на баф и готовность. Столб, Виталик, Рома, Простя, Монархус. Что не хватает? Каску, каску по магам, пожалуйста, по... Есть на них каску? По этим... По друидам. Дроидах тоже есть. МП5 по столбу, дай, Берена, пожалуйста. Ты идешь, есть на столбе МП5. Есть МП5. Не, я просто пью. Ты видишь, что я пью, а не пиши МП? Думаю, ну, раньше так писали, как нормально. По ДК дайте, пожалуйста, каску, Багель. У ДК нет каски. Есть! У я же люблю тебя, а, все, есть. Чек. Ну, Рали, что тебе не хватает? Архус. Алло, Монархус, что тебе не хватает? Я пока не могу использовать эту способность. Кто это такой? Рали. Как ты его назвал? Монархус. Это фамилия его, что ли? Нет, маг. Монархус. Ну, скажи, как все, начинайте, все готовы, погнали. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Давайте бьем трэш. Фанатика, забери бугер. И еще заливаем трэш. Пойти, босс. Против Монархуса, Матроху, Багельфа, всех из-за контрольки. Они не поубивали. Но Багельф протопал. Здесь. Дайте, пожалуйста, проклятие, шаман.
Бейте, леди. Я скажу, когда бить трэш. Бейте, леди, пока что. Все, теперь бьем, бейте трэш. Свичность трэш. Все, резко. Ну давайте добей. Менска контрольте. Верену контрольте. Матреха, поднимаешь эту морду. Давай захильте его сразу. Что, так будешь? Да. Но он не сейчас. Турмов, вставай. Матреха, ты дал ему БР? Коптер, типа, леди, бейте трэш. Все в трэш играй. Матреха, был БР, по шаду? Да. Ты не встал или ты встал, сдох. Блин, а ТЦ тогда в рейде зачем? Контрольте павших, не бейте там воет в контроле, не переводите босс. Сенза, поднимай этого, поднимай Shadow Morrow и сразу носок ему кидай щиток. Трэш справа бейте. Смотрим, духи, ушли духи. Все, давайте полей. Что там есть, Дера? Давайте, Дера, законтрольте, я же не буду дамагаться своей породиства. Всех трех законтрольте, все три дамаги. Виталик, поднимай монархис. Монархис, дайте ему сразу щиток. Там опуливайте уже на другого бита. Я же люблю тебя. Смотрим духи, смотрим трэш слева. Бейте трэш, духи в центр. На пул, но я же люблю тебя. Давайте проклятие диспельт. Проклятие диспельт. Верену законтрольте, не убейте. Верену породистого законтрольте. Верену и породистого законтрольте. Розета, поднимай блудинуса. Розета, блудинуса, поднимай. Зет. Ваши что за бить? Гин, пою гин. На. Пою маман. Бейте трэш справа. Трэш справа. Бейте. Пим, прожми раскол. Раскол, Лёша. Вечную тьму. Ты не в сил. Противец. Зерберей, простью и все, контрольте. Больше никого. Эй, простью. Куда вы сливаете? Санза, поднимай пимпа, Санза, пимпа, поднимай. Сразу на него. И у тебя уже КД. А, я понял. Ну бейте с демона так. Блин. Забейте на трэш, на духов, просто бурстет давайте, блядь, и добивайте. Простью Лексуса, контрольте, простью Лексуса. Лексуского фаншота, о, заебись. Ну, понял, что он сдох от этого, от кап. Это просто каплю кинул, все. Лес иди, помнишь? Ваша смерть. Осколка опять нет. Против кольцо. Офспек кольцо, кольцо 10%. Кольцо на шаре. Не надо мне такой параши, что развел как-то прицел. Себе забирай за 10. Тонко штаны, я все в деталь кинул, Ром. Хольте, рукавицы, холи пал, он их нет. Лексус, ты ломай спек. Короче, картинка красивая, фильм говно. На
потому что название фильма и постер фильма очень крутые, а фильм полное говно. Я первый раз смотрел, когда остался разок. Чего, блин? Итак, пацаны, у кого есть спек Элима? Почему ты мне докинул, если у нас мы? Мы так, потому что на сурке 5 хилов, это дофига. Ну я могу потыкать. Ну степнемся тогда на сурка, блин. Что 5 хилов на сурке, это очень дофига. Че, в 4 пусть идут, в 70. Да там, блин, понимаешь, ни у кого ничего нет. Розета чистый, Эрдру, Сенза тоже, Геомиопатия, Холиприз, ДЦ, Гекада. Ну, этот, Элем и Эршам, и Столп Эршам. Ты понимаешь, нет? Короче, она одна из них может потыкать просто. Ну стой, не веди, блядь, что за привычка вот эта вот гомосяцкая? Да, ты конченый. Вот один раз завели его на корабль, а он взял и на пушку подышал, и пушки не было. А вот этот вот, я говорю, завели на корабль, а этот дракон дыхнул на пушку, и мы потом били с тремя пушками. Серьезно? Когда это было-то? Да ну блин, ну конечно не здесь, это было в пугах. Ну в пугах все бывает. Ну, реально три пушки стояло, за пушку, подышал. За пушку садятся только те, кто умеет. Смотрите, ребята. И у меня есть сейчас скада. Бой. Если вы умеете на пушке, у вас будет меньше 3 стакана бита, я кину 100 гп. Просто, чтобы вы знали. Идите уже назад, ребята, бой. Я никак в пушке не сядет. Домой. А чё, нету боя? Какой бой? Есть бой. Ну вы какие-то раки, блин, я не знаю, у кого бой, то трав. В общем, я и на корабле спекнул, Лема. Окей, я нажму инвиз, я не рак. Давайте спускайтесь, идем бить этот трэш. Ну вот присты с паладинами не нажмут. Ой, блядь. Я упал. Ты не втыкай, откуда у вас берется этот бой? Хер его знает, мы не берем мировой трэш, это дичь, блядь. Не понимаю, я там, сколько по настроению, сколько, блядь. То есть бой, то нет боя. Чара, ни на одного моего чара не вешался этот бой, ни на одного просто. Ладно, не гони. Я тебе отвечаю. Сейчас у меня не было боя. Там просто, когда на корабль заводишь дракона, надо не поворачивать его на пушки, если хочешь, чтобы пушки живые были, а боком ставить. Ну, типа, к носу корабля лицом, или наоборот. А лучше запустить сурка и довести этого чувака до... Лефестиума и Блудинуса, резните Лефестиума и Блудинуса, а я могу резать Тони. Чё, надо кто-нибудь чуток? Понял, из-за чего этот бой. Бой вешается, когда ведут дракона. Ну, Войт, спасибо тебе. На мне не было боя, если чё. Чё, через плечо? Не было боя. Ясно, что ли. Там, по-моему, у одного человека бой был. Ну, это потому, что себе даже взять нечего, блядь. Даже мобы на тебя не смотрят. Мы будем биться со смертельным врагом! Лактарна! Я не помню, а щит не отдавал или нет? Торкрон, взлетаем! Давайте пушки, мы за... в нанбафе за 2 минуты 55 секунд слили этот корабль. Ну при чем тут баф? Пушкам вообще. Там более скиллованные. Я знаю, что это ничего не значит, я просто говорю, типа, что обычно в таких рейдах, типа, мы сносим, типа, за 3, там, 20, за 3, 30. Знаю, что это ничего не имеет к камбафу и так дальше, но все равно. Быстро снесли. Давайте так же, за 2.55. Слагайся. На пушке, стой, мистерий. Вторая слева.
Крайне. Где у тебя право? Крайне. Ну вот это, да? Вторая слева, да, ты кинул на пимпа вообще-то, непонятно зачем. Так это вторая слева. Это не вторая слева, это первая слева. Какая у тебя в школе кличка была, твоя? Стоишь слева, орел. Стоишь слева, короче. Да, стоишь посередине. Я вижу вот две. Козырь, почему ты задал ХП? Вот я я понял, от выстрела оружия. К этому шипу. Вот две слева пушки, две справа. Вот это вот первая слева, а вот это вот вторая слева. Иди сюда, хер. Действительно просто, потому что у тебя в семье евреи были? Я сам еврей, а че тебе надо? Ну, не, просто справа налево считаешь. Я встал к шипу, или тебе непонятно, вот тут вес... Давайте бейте трэш на корабле лучше, бейте трэш на корабле еще. Как бы да. Давайте, перелетай. Ну ближняя ко мне это первая, а дальше вторая. Рома, сколько тебе осколков осталось, Рома, чтобы я знал? Прокидать надо сумку, да? Да он сегодня, по-моему, заберет, потому что 9 в обычке оставалось, он тут может штук 7-8. Просто спрашиваю. Варкана его вот, надо. Больше. Будет еще один маг по-любому, потому что еще 9 секунд от пистака. Прилетает. Я отойду 2 минуты. Смотри, не заморозился. Улетите назад, одна пушка не заморозилась у нас. Сдохните сейчас. Рома, багер, блядь. Сука, что не сделаешь, да, чтобы ворваться по ДПС? Блудинес. Ракшас, тебе что-то надо отсюда, чтобы я утонул сундук Шадоуморт? Тебе что-то надо? Да не фу. Ты тут? Не пуговский шаман. Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне! И нет опять осколка, я не знаю, что за херня. Поставьте рыбу, пожалуйста. Зато кольцо упало, классно. Роти кольцо. Мой мальчик погиб. Так, а кто выше? Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее. Так, лизни тотем, да? Да, лизни тотем. Чем это значит сердце Дренора? Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. 40 секунд добы. Я обещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я. Дайте, пожалуйста, лапу, сейчас даю приступал. Цел и чист. Исполню это обещание. Ну давайте, кто сколько даст. Трэш все, бей. Анба. Кроме магов, можете все бить. Я видел кроме магов. Я видел магов, которые 23 дают и 200 в трэш, или 300. Вот это вообще бред. Подойди к дверям поближе. Дайте нас. Геру.
Бейте, бейте, прач. Бейте, прач. Трэш, трэш. Бейте звезду там, луну. Звезду, кружочек. Псы. Можете метку запилить? Что там еще гонит? Пада, ты что прикалываешься? Ты не можешь захилить метку, шаман? Навалим, стол. Ты что прикалываешься? Ты не можешь хилку захилить? Метку захилить? Это бесполезно. Я хилю под другую метку. Я пошел типа стол. Носок, ты что не можешь захилить метку? Падай, падай, мне. Бьем и беда, падайте в жопу. Падайте в жопу. Стоп, ты можешь мне объяснить, почему ты не можешь захилить шаманом метку? Ты в РК вообще? Я еще раз повторяю, что я хилил вторую. Ты можешь ответить на вопрос, почему ты метку не можешь? Я тебе еще раз повторяю, третий раз. Я хилил другую метку. Копчики 4 метки одновременно хилят. А кто упал? Где-то шаман? А кто первый упал? Скажите мне. Маг. Какой? Что думал? По-моему, там шаман тоже упал. Потом он встал, а его снова убило. Блять, это реально все метко, даже мобы вас не били. Ну как, ребята, блядь. Здоровье. Вот что значит без холи пристав. Там вроде просто пришел трэш, убил их. А они с метками просто его били и все. Линканик, где там дамаг трэша написано? Я что-то не видел. Ни на магии, ни на гекаде. Почему гекада 3 раза за бой умерла? Чтобы эрали Элима. Умер, стал, умер. Окончательно. Потом еще резко, а потом уже окончательно. Так нет, умер, встал, умер, бэрнули и опять умер. Потом уже окончательно, да. Окончательно. Блять, ну вы видели там уроки просто 28 000 ДПС. Дамаг рейдовый какой-то низкий, не? Почему мы постоянно рекламки, бля? Не, их не трэш убил, просто отметок сдохли. Поясните, пожалуйста, я же люблю тебя. И фулбаф по рейд. Вообще не говори. Да не надо спекаться никуда, ни в какого хпала. Thank you.
все вещи с кораблей я отдал этому. Царь зверей, если вам что-то надо, он вам отдаст за 10% или за сколько посчитает нужно. Что тебе надо там, сапог это? Кинь ему трейд. Ну, я просто не знал, что надо сапоги. Чего ты хочешь? Чек на баф. Лапы дайте. Это ГП? ГП за вайп? Это за сапоги. Дайте кулак, пройду горн. Гефестиум, ты будешь бафать или ты будешь дрочить? Монархус, ты тут? Торхра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что... Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича! Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Дайте горн по рейду, пожалуйста. Войт, лупани горн. Я сильнее и могущественнее. Я тебе, блядь, сейчас дам, тёлка. Дурака. Слушай этого дурака. Да, ну всё, успокойся, он дурак. Он обкурился, блядь. Ну, вставать с меткой, это тоже не очень умный поступок, я сейчас расскажу. Безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду хорош через дом, я умирал один. Неважно, да, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Геру дадите, как станет сурок. Журы, берите. Хотите узнать, сколь могущественна плеть? Щупальце придаст нам силы. Давай, Вайт, не игры. Все, давайте, Геру. Геру. Дайте еще одну Геру, если есть. Кружочек с рейда, трусы с рейда, луну с рейда, луну с рейда. А по танке луну заберите. Бейте, трэш. Трэш, бейте. Бейте луну. Луна, блядь.
Рома, давай войско, если есть. Где все трэш? Не бьют трэш. Бейте трэш. Сейчас ферми трэш, и просто бьем с рука. Защитники плащ. Хоть и плащ. Плащ в спек, 10%. Но в спек все ролит плащ. То есть эрдрулевский плащ вы ролите на 10%? Не канает, ребята. 50%. Миопатия, писал на ШП, да? Ну тогда где миопатия? Да наебывать, ребята. Ролите защитник. Блудинец, да? Портуйтесь быстрее. Маги, пожалуйста. Беду вас. Иди назад, блин. Как ты идешь? Не сейчас. Сейчас боя, они портануться не могут из-за тебя. Геката, ты не хочешь купить шумана в гильдию? Там твин. М? А чё, того шумана мало? Ну, у нас не сильно принято в разных гильдиях находиться. У меня там банк, наверное. Нет, я просто тут... я пока не могу уйти, потому что мне тут человек очень много выручил, и пока придется, пока просто этот шаман тут будет висеть в этой гильдии. Ну ладно. Я потом перекину попозже. Но пока надо, чтоб побыл. Слушай, один убил 4 босса, но на сколках. Это просто какое-то непрошлое пизда. Вот вы слышали только что, да? Суть женщины. Говорит, чтобы не обижался, но я еще пока тут чуть побуду. Потом обязательно перекину, потому что... А пока суть там полетит. Пока... Ну, может, я просто не так объяснила. Виталий, ты считаешь, мы тебя обманываем, что ли? Объясните, пожалуйста. Ты? Никогда. Вот прям вообще. Войт, а ты не расскажешь, нахера ты их вдвоем хочешь держать? Так, по приколу спрашиваю. Сейчас он по скиллу еще одного выведет из второй лужи вообще, но он же топчик. R1 вылетает. Войска от топа.
Что-то, Умар, не умирай, не умирай. Да, в кашере просто. Это Рома не хватило за дамаж. Где он, кстати, хонь? Отойду быстро. Ваня, Ваня, проф уже. Обрыгался, походу. Вот, с Новым годом здесь всегда такое обрыгало. Тихо-тихо,
Славик, а у тебя есть код дома? Да. Есть нефиг. Как его зовут? Чего? Как его зовут? Драник? Персик. Персик. Персиковый драник, да? Сумейте, пожалуйста, если добили. Не, черепаха была тротила. Да не, черепаха это сильно. Че на тебя было? Черепахи долго живут. Угу. Там, в Сибири же там возле азиатов, да? Че они там приехали, тебя черепаху сожрали? Знаете, бежал папа. Шкаф, пим в шкафу не. Сманите. Сейчас у меня, а чего вы кашляете всегда? Меня это уже бесит, если честно. Я бы ранее был камни менял. Что вы кашляете? Пим, дай блин шкаф, Лёша. Пим, пиду. Прикол? Пойдите на сумму. Поможет? Я знаю, что поможет. Пойдите на сумму. Дух Холи Креста поможет. Круг исцеления, блядь, поможет. Так. Нарынжека, Косина, Яма, Сгача, в породистые 4. Лизнитотем 5. Протопал 6. Кеда 7. И Пимп 8. Не, я скажу, если что. Ну и Матрёха тоже. Матрёха, ты на РНЖ. А, Гиката, ты на РНЖ. Чек. Пить РНЖу. Все готовы, на счет один бой. 3, 2, 1. Тигер. Перу. Захилили еще людей. Там Лизни Тотем, Гекада, Розета. Лизни Тотем, наверное, да, тоже. Хилите Лизни Тотем. У нас кричал король из на 3. Уходите отсюда, уходите, уходите. Уходите. Баутель, Декаду, Породистый, Кокосин. Захиливайте. Я прожмусь. И прошу. Даю гимн на ману, захиливаете Милон Тор на хп.
Ренджу, выйдите в росте на Ренджу. Али нет, у нас нормально там лизнито там. Не, просто выходи на Рендж. Большого снизняка за Сибирь, забери бой сюда, чтобы не было взрыва. Сейчас взрыв будет. Войт, разбежите все от центра, Войт, ну ты пиздец. Разбегайтесь, брат. Не добивай. Да позже сказал. Я мог бы просто расслабиться. Непонятно, тебе со вчера надо было говорить. Гниломорф сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Круизы? Ого, да я поэт. Ого. Потрясающе. Да я вой. Культет. Декамот 10%. Я понял. За 10, когда один человек ролит на успех, вас двое рога. Ну, человек ролит за 10 идет. Пароль. Ну так. Это фигня. Шлем старой луны. Саван, рольте. Знаете, кто там в центре? Хотите? Что? Чё, тапки? Ставить на то, что тапки упадут. Да не упадут все равно. Смотри, сейчас упадут, и пим заберет. Это я заберу. Давайте чек. Нахуй что не хватает. Тебе на, даю тебе просто баф. ШП будешь меня передамаживать? И перехиливать тоже. Все, давай. Начинай. Май, просто ноль меткости и тупо все ты попадает, это пиздец. Сервер какой-то шланг. Сбегитесь там к шаману, тотем где отстоят. Спекнешься в этого Никата Варшан. Спор, ман. Эти Лексус и Дениси.
не сюда, не сюда. Мне бревна стоит. Черти багер. А, он нет, не прожался. Нет. Так, конечно, он не прожался на нем. Да нет у него ревности. А, мне просто кажется, этот похож просто на успеющий. Обычное облако газа. Хорош, ладно. Дай. Он без него сейчас ехал. Пимп. Мертвец. Ваня тоже впервые за мага играет на тухлом просто. Нет, тут косяк. Фиг вам, а не тапки. КП Ваня, да? Какое КП, никто не предупреждал. Я-то собрал два стака, меня не закинули. Я там думаю, если ГП дадут, то я все равно буду первым. А пинку не понял. Вот. Спасибо. Бля, наконец-таки я лагать походу перестал. Ну это когда я тебе лицо предложил, когда я перестал. Я красавчик. Ага. Пойдемте в льду после посадочки. Может лучше в РС или в ВКшечку? Да, зачем вы сносите спор? Все равно не будет второго врага. Я думаю, РС надо идти. Или ИВК. Я лучше, чтобы ИВК собрал, тоже нормально. Давай воин, забирай, его уже день. Нихера себе. Кстати, ИВК сейчас в тренде, типа твинков много кто качнул. Пять. Так Джерри, он тоже топ. О, штаны. Диман, роль себе штаны бисовые. Штаны бисовые? Хорош. Чувствую. Никому не нужны. Такой интересный босс сейчас. Колок. Колок. Эти панцирь надо кому-то. У Ромы батя хоть когда-нибудь спит. Че он это самое все? Руки надо кому-то. Качает там что такое. Биткоин, да, парень? Тебе свои штаны. Фу, ну ладно, я с тобой пароль, чтоб тебе накинуть кучу ГП. Красава. Ну да, там влево еще ходить надо, да? С учетом того, что тебя никогда еще в свет не ставили танчить и босса и голема, то мне кажется, для тебя пока всем сложные боссы. Там, короче, во тьме мутан. А на БДК Войде сижу я, танец.
Сосёшь как бы доковой, да, блядь. Это больное, Войда зацепили. Больные натуре. Не, я могу, Виталий, я могу лучше, чем ты это делать. Угу. Угу. Конечно можешь, да. Не просто могу, я это делаю, понимаешь? Угу. Угу. Сегодня будет бойня за то, кто вырос, пойдет танчить свет или что? В смысле бойня? Бойня. Я девочек не бью. Так, а, ну да, да. Не, ну у Войда хотя бы таланты получили. Не, Войд, я думаю, это он не обо мне, а о тебе, по-моему. Не только таланты, у меня и шмот получи, и руки получи. Хотя нет, у тебя тоже лоховские таланты, машина для убийств на один вкачан, блядь, ты что, дебил? Пошел нахер, урод. Ну это чтобы не быть на всем верхом, один талант надо будет кинуть. Ага. Угу. Помочи мне тут, блядь. Так ты же не умеешь танчить, себя даже рога срывает. Ну давай сорви своим рогой, посмотрим. Я срывал уже себя рогой. Чё ты? Шкаф лучше, пять шкаф, пожалуйста. ВК, да что это не чего? И ВК, да что ты не помнишь? Ничего не помню, держу. Пиздец, твой. Там очень не поставишься. И там даже поворачивал. На рейк. Рейк не делай сама. Ну почему ты решил, что повесить когда демону лучше, чем... А, или ты был демоном? Я этим дестиком пойду. А чё ты магом просто не идешь? Зачем тебе два КД вешать? Я чё, я магом? Ой, блин, КД повешу, прям все пропало. Ну, то есть лучше в дестриком 6557, да? Именно дестриком. Смотри, может тебя ещё кто-нибудь ДПС. То есть ты прям усомнился, что можешь перегнать кота 5-9? Ты ещё сказал, может быть, да? Дискон? Нет. Нет. Предлагаю, чтобы ДПСа больше было. Рома затанчит, а я в АДК. Я больше его даю. Я тут первый буду по ДПС. Носите уже быстрее, пойдемте на раз. Ну если что, имею в виду, Джерри. У меня АДК бис, там все есть. Там вообще все офигенно. Ну-ка покажи там своего бисового анхолика. Ну, сейчас Джерри он решает. Не, просто одень шмот, дай посмотрю. Да зачем тебе шмот? Он хочет посмотреть, ну, руки у тебя или ноги одеты на хосту. По-моему, у меня вообще... Сейчас. 5-10, да? 6-9. Кстати, человек, короче, будем замедлять первого зеленого, будем стоп. От трех. Уставай или под... Ну, типа, кинется лужа зеленая и сразу ведешь под зеленую колу. Значит, дайте фулл баф по Монквину, пожалуйста. Все готовы? Пей, Бугель. Бугель, пей. Начинать? Давай, агри. 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 Не отдавайте бурсты, мы все равно будем стоп. Стопайте, бейте все зеленым. Бейте зеленым. Зеленым бейте. Зря его будет. Все, 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 стой. Давайте зеленым. Все, бейте, профа. Профа, бейте.
дебафом играйте, все к столу. У кого зеленый дебаф, к столу, к столу, к столу, к столу, к столу, резче по зеленому дебафу. Все, играем. Сбежались с цели зеленого. Цели зеленого сбежались. Ну давайте, бейте зеленого. Сбежались к цели опять. Опять к цели сбежались. К Мунквину сбежались. Смотрим, смена красный. Этот... Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо! Ну, что? Это еще откуда? Дал бог. Пропа, бейте пельмени центр. Я БР. Матреха, БР и Мунквина, Матреха. Пошли от красного. Все красного пельмени центр. Он беги. Убейте красного речи. Иди под зеленую. Под зеленую колбу иди. Профа под зеленую. Давайте милики все туда. Сразу бейте зеленого. Давайте сразу зеленого. Замедлить зеленого? Конечно замедляй, пельмени центр. По-любому всегда замедляй всех слизней. Ну а почему они не замедлят? Потому что таргет не мог выбрать. Хорош. Сбегите цель. Сензо, поднимай Мунквина, Сензо. Бля, ну Сензо, ёб твою мать. Розетта, поднимай Сензо. Поднимай Мунквина. Бейте все красным. Лексус, беги. Давайте, бейте. Профа. 41. Или по профу, стопнули по профу. Будем зеленого ждать. Стопнули по профу. Смотрим и бьем зеленого. Давайте, замедлить зеленого. Еще одни лужи по-любому, чтобы кукла выпили. Пельмени центр. Бейте зеленого. Пати. Я понял вас, ребята. Эйки. Миопатия не может себе зубы кинуть. И все под стол. Под стол ушли, под стол ушли. Давайте Гер. Геру давай. Может получиться что-то любопытное. Ты зеленого, прекрасно. Черещи бей. Чистим боку. Не смена. Бейте, бейте. Красный смена, боб-боб-боб по цели. Породистый, породистый. Породистый, ты можешь? Что ты там делал так близко? Ты тупой? Интересно. Да что ты выругаешь, Джерри? Неожиданно. Я его спрашиваю, что он делал так близко возле красного. Чё там, инфинити дамаг забагалось? Ты второй по ДПС. Чё, серьёзно? Да. 761. 740. Нормально. 760 зелёного. Помолил уже богу исцеление просто. Всё, накинул ГП, чтобы неповадно было, чтобы хантом, который стреляет 30 метров, он стоит возле красного в 10 метрах. Родистый, что ты делал в 10 метрах с красным, если у тебя ренжа 30? Ты можешь мне это объяснить?
Нам Баффет столько ГП не получали, блядь. А Прайда 500 ГП, а чё надо? Не надо тупить. А могли бы оп дать? ГП положить. Дима, напиши макрош на цель, цели бог. Кому?